Отлично выглядишь. Спасибо. Семейное счастье такое хрупкое. Лора, это моя Джоанна. Это Лора, наш новый дизайнер, мы с ней работаем. И она была в Лос-Анджелесе с Майклом. Она завтра едет с тобой в Филадельфию? Да. Особенно, если ревность толкает на опрометчивые поступки. Я не знал, что у тебя в Нью-Йорке кто-то есть. О, нет, мы просто хорошие друзья. Ты счастлив? В смысле? В своем браке. И всего одна ночь становится испытанием супружеской верности. Мелодрама «Прошлой ночью в Нью-Йорке». Смотрите на телеканале «Новый век». Все хорошо. Да.